Амичей накрыло облако пыли. Превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ обнаружили местные метеорологи. 28 апреля в городе стоял густой смог. Амичи жаловались на едкий запах. Выяснилось, отклонение от нормы по содержанию пыли в воздухе зафиксировали сразу в трех округах. В Октябрьском в 2,1 раза, в Ленинском в 1,6 раза и в Советском в 1,4 раза. Причина – лесные пожары в регионе и сильный порывистый ветер. 3 мая на территории Омской области введен режим неблагоприятных метеорологических условий. Вредные примеси будут рассеиваться хуже из-за слабого ветра.